Что такое факультет современных иностранных языков и литератур? Для меня это люди. Студенты, преподаватели, сотрудники. Они бывают разные. Радостные, сосредоточенные, внимательные, немного уставшие, но всегда отзывчивые. Знай, если ты оказался на Сияле, то тебе повезло. Это место, где о тебе всегда позаботятся и всегда помогут. Я попала на Сиял случайно и не пожалела. Мы учились на направлении «Зарубежная филология». Учились быть преподавателями иностранного языка, переводчиками, занимались научной деятельностью, изучали мировую литературу. Ошибались и пробовали заново. Факультет научил меня, что делать ошибки – это нормально. Иначе как ты еще сможешь понять, что находишься на правильном пути? Стажировка в университете Лейфана, занятия с носителями языка, курсовые работы по трем разным аспектам филологического знания, фестиваль иностранных студентов VR, студенческие весны. И это лишь малая часть пути, который я прошла вместе с родным факультетом. Сиял – это место, где ты встретишь свое будущее, какую дорогу ты бы не выбрал. Общайся, узнавай новое, включайся в студенческую жизнь, заводи знакомства. Это обязательно поможет тебе за пределами кампуса. Наш факультет небольшой, мы знаем каждого и всегда поддерживаем. Сплоченность и отзывчивость людей, которых я встретила в университете, их готовность делиться опытом помогли мне открыть собственное дело, связанное с иностранным языком. Языковое пространство в центре Перми, где иностранные языки представлены в единстве многообразия. Я нашла себя и получаю удовольствие от работы. Если ты сейчас думаешь, куда поступать, выбирай Сиял и не сомневайся. Сиял сияет и будет сиять.